25 мая 2015 года, Кабулети, вечер, на море штормит сегодня. За администрацией здесь красивую гостиницу построили. Вот, попрошу им сейчас ее показать. Вот за этим зданием администрация. Очень красивая здесь набережная. Здесь самый центр города, там куча ресторанов впереди. Очень самых популярных в Кабулете. Здесь вот тоже у них свое помещение для этого. Там вот самые дорогие дома, которые впереди тоже сдают. И вот название этой гостиницы. Как мне объяснили, «Жемчужина моря». Вот адрес 42. Это получается набережная Царицы Тамары. Название 42. Вот красивый холл. Такой шикарный. Такие теплые тона. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Люстра такая. Это гостиница «Жемчужина моря». То есть можно будет проехать на площадку и посмотреть, какой вид из этой гостиницы, да? Обязательно. Вот цветы красивые. То есть гостей с цветами встречаете сразу. Это у вас ресторан, да, здесь? Сейчас лифт пока подойдет, я ресторан сниму. Очень красиво. Новое здание, да? Да, новое здание. А соседнее здание это тоже ваше будет еще достраиваться? Или это нет. Конкуренты будут? Нет, это, по-моему, не будет гостиница. Даже не гостиница, да? Нет. Вот вид, море буквально здесь пару десятков метров впереди. Вот оно. То есть, сейчас мы поднимемся на это сухоэтажная гостиница получается? Этажей сколько гостиница? Вот это, этажей? 8. 8 этажей, да? 8 этажей. И там еще на последнем этаже смотровая площадка у вас, да, насколько я видел со стороны? То есть можно, то есть, во-первых, здесь окна и так выходят на все стороны, и на горы, и на море. И на горы, и на море, и да. Можно еще выйти потом на крышу. Крышу, и поднимаемся прямо к крышу. И там проводить время можно наверху, да? Лифт. Я тоже потом с пешком подойду. Да, наоборот, еще лучше. Пожалуйста. Как эти? Это номера. Можно даже номера сниму, чтобы люди знали, как здесь у вас номера красивые. Вот номера сниму. Это тоже стандартный номер. Это стандартный номер. Стандартный номер, да? То есть здесь еще люкс, наверное, да? Это люкс. Угу. Вот можно даже я сейчас с окна сниму, чтобы море видно отсюда красиво. С другой стороны, горы. Здесь вот море, буквально за балконом сразу. Угу. Красиво очень. Ну-ка. Сегодня пасмурно, правда, жалко. Люди отдыхают на берегу. Очень красиво вид. Впереди Батуми. Так что можно выйти и любоваться Батуми. Да. Все, идемте. Дальше. А здесь получается, что такое? Это делюкс. Это люкс номер. Здесь и кухня, и делюкс. То есть и кухня, я смотрю, здесь и все. Вот. Здесь, короче, шикарные номера. Двухспальные. Это уже президентский номер, можно сказать. Ну, у каждого какие возможности, тот и может получить здесь номера, да? То есть разные класса. Разные классы. У каждого. Кто что может позволить себе. Да. Есть, то есть, недорогие номера, есть дорогие. О, здесь красиво. Вот это
это уже... Весь город на ладони здесь. Вот администрация, вот она. Здание красивое. Двор. То есть, получается, это самое престижное место, да? Да. Самое престижное место. Кабулити самое престижное. Горы красивые вот впереди. Вот я тут не один репортер, оказывается, вот еще снимают. Ну, очень красиво тут, конечно. Здесь вот спортивные площадки. Вот мы друг друга снимаем. Так. Я с той стороны сниму. Там памятник Витязь в тигровой шкуре. Батуми там впереди, не знаю, сейчас куда-то резко снавести. То появляется, то исчезает. Сейчас. Так что с одной стороны горы, с другой стороны море, в центре Кабулети, и все шикарно.